Сегодня 9 июня 2019 года. Последний день у меня. Завтра начнется 9-й десяток. Ровно 80 лет будет. Это я гляжу, как Барабаш выгоняет скотину. Устиновых посчитал. Вот там было 11 вместе с Любой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Вот сколько их. Раз, два, три. Еще раз просчитаю. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, одиннадцать, два, двадцать три. Сколько у тех, так и есть. Доброе утро! Я посчитал, у тех 11 и 12, 23. У тебя одного 23. Молодец. Когда у человека много скотины, это прибыль большая. Я, Иаков говорит, сказать, Библия нам говорит, у Иакова были овцы. Вот видишь, а раньше у него, Игоря, было 36. Но сейчас больше земли приобрел. У него где-то 450 гектар примерно. Сын Терентий закончил технический университет, а Ерема подрастает. Ну, Марию отдали замуж. Вышла в Томске, теперь она живет. У Игоря все друзья. Доброе утро. Доброе утро, вот они как. Убежит он от тебя, на веревочке его держать надо. Ну, идет около ноги. Это команда тяжелая, ходить рядом. Алабай звать. Щенка подарили, вот такой вырос. Алабай. Видишь, бежит, он бежит рядом с ним. Ну, отпустит, он убегает часто у него. Ерема, Еремия, Иеремия. Брат Терентий. Вот представь, имена какие потеряевки дают. У Алёши старший сын в школу пошел, в Орлаам, а поменьше Назарий, а третий Евтихий, но еще сына ждет, это Потеряевки. Вот такие, брат, имена. Почему? Календарь, почтение к церковной дисциплине, несамость. Что тут делает вот это Игорь или кто? Надо узнать, сейчас придет он сюда, я его спрошу. А дальше сады бывшие колхозные там. Там малину берем. Ну все, больше полвека ничего там нет. Ласточки летают рядом. Низко летают. Это означает, дождь будет. Дождь будет. Никак по-другому. Вон там все. Степа идет. Игорь, Люба Минаева отдали. А кто пасет, непонятно. Вот ласточки пролетают. Вот какой большой это тополиный тут ряд растет. Ну, а тут рядом храм за деревьями. Ограда, видать. Игорь теперь комбайн. Ну, старенький, конечно. Новый это никак. А начинали, когда ничего не было. А это покинутый дом Виктор Николаевич. Уехал во Францию. Плотникова уехали в Грецию. Вот так, как посмотришь у нас, там дальше были в Германию, тут жила в США. Снабжаем все государства, а сами не растем. Так, ты не скажешь, что это за городушка вот эта? А подойди поближе. Крышу фермы делать. А? Ферму пробуем делать для склада нового. Не понял. Склад хотим строить. Склад. Ну, а вот это что? Крыша, полуферма, одна сторона крыши. А где ты его будешь строить? Вон на той стороне. На той стороне деревьев? Да, нет, на той стороне участка моего. А. Сзади там два еще моих участка, моих выкупили. Ну, понятно. Где Гавриил строил. А, там. Бывший Гавриил. Да. Вон как. Вот мы пробовали из деревяшек. Какие... Меня все спрашивают, что бы было, если бы я разбогател. Ну, что, сам знаешь. Комбайн тебе сам бы выбрал, новейший. Ну, молиться надо. Самое невероятное Бог делает. Я со стороны смотрю и то страдаю, когда у тебя комбайн не ладится. Вот. Вот храм. Вот там крест на стене, это который крест был на крыше, теперь его сюда приспособили.
Я мимо пройду Игорева, покажу там у всех по машине. Начинал ничего. Как пришли, говорится, горшок у ребенка за спиной. Вот это еще стоит комбайн, Нива. Нива. Ну, самосвал. Самосвал, видимо, у него не один. Ну да. Вот это самосвал. Ну и там вот самосвал видно. Видно два комбайна. Ну, работают, не знаю как, что. Дальше там разные машины пожарные у него есть. Там еще что-то. Вот, косить сено, сгребать. И вот эта вот катушка такая зеленая. Она рулоны крутит. Начинал ничем. Это большой для Беларуси. У него там Беларусь. Новенький купленный с завода был. Гараж такой. Там гараж для машины. У себя, у Терентия машины. А на это иногда батюшка ездит. Вон что, это он делает полуферму, составляет здесь. Вот так, здесь будет склад у него. Второй склад тут негде уже. Первый склад у него переполнен зерном, горохом. Ну и, видимо, ячмень есть у него, был гречка. Ну вот, видишь как, начинал ни с чем. Вот так богатеют. А не то, что там туризм какой-то, ни на чем люди зарабатывают. Здесь все от трудов. Вот храм Божий. Это я сегодня просто показать, как иду мимо. Пришел на богослужение, еще никого нет. И вот показать храм бывший. Здесь клуб. Половина храма, а половина школа и клуб. Вот храм в честь святого Анфима Никомедийского. Редкий такой, 16 сентября, по новому стилю. Вот, а здесь с этой стороны школа, половина. Тут зал, вот это вот дальше, тут занятия идут. Вот так. А это у него сушилка. Это тоже где-то в миллион, наверное, вошла ему. Рядом пруд, родников нету, и поэтому ряской зарастает. А здесь мало нынче ласточек, очень мало. Почему мало? Неизвестно. Скворцов мало. Где они погибли все или что? Вон скотину выгоняли где. Она уже идет между деревьями, видать. Это руки у меня трясутся. Говорят, есть такие приборы, что как бы ни крутило, оно ровно будет идти. Амортизирует. Ну, может быть и есть, но у нас нету. И большие деньги стоят. А вы купите лучший аппарат. Здорово, конечно. Это у них тут уголь, дрова. Деревенский сортир, туалет, дрова, вот как колят. Все свое, независимость. Государство в этом не принимает участие. Вон там дерево засохло. А почему? Вода поднялась выше, и деревья, которые попали в воду, береза, она не терпит этого. Вот так. Ласточки летают. Они низко летают, это означает давление в воздухе, значит, мошкара внизу. Мы не видим ни мошкару, не видим давления, а ласточек видим, и по ним определяем. Высоко летают, это уже все ясно будет. Он заворачивает скотину, в обратном направлении погнали. А кто же это там сегодня? Ну, пока непонятно. Ерема пошел, Еремия фамилия, имя его, да. Так, это батюшкин. Видите, сколько сена. Сена остается, тут сена много. Трава хорошая. А вот с этой стороны подошли мы. Вот как открывается здесь православный храм. А там дальше такой перекрыли. Был шифер, а теперь так. Вот так, я сейчас велосипед поставлю. Вот так. Это у батюшки овечки. Вот подойду я сейчас посмотрю овечек. А вон там накрытые. Это у Евгения.
Янчука сено работает, значит, сено есть. Этот пруд такой называется, лагерный. Камагориха раньше назывался. Тут рыбу запустили. Вот так, дело идет. Это вот его первый склад. 504 квадратных метра, кажется, заполненный. Надо второй строить. Приноравливался и все-таки решился. Вот первые наши идут люди. Неонил, Александр Глушкова, Черняк. Фамилия была. Все знаем. Слава Христу. Пойду овечек смотреть, поснимаю. Батюшки овцы и телесные, и духовные. Сейчас у него, не знаю, Игорь говорил, больше 100 овечек. Свои, вот стены где подает, работает. С тарелкой у нас по храму не ходят. Ни здесь, ни в Барнауле нет этого. Святая божественная десятина все покрывает. Торговли никакой, нигде, никак. Ну еще, бари. А овечек на уши, видать, приезжали ветеринары и все запятнали. Все, никуда не пропадет. Вон идет Алексей. Так, брат Алексей, в первую очередь благодарность тебе, что у меня сегодня включилось. Но, видимо, быстро делали, и главное, моя закладка ушла, улетела, нету, и мне входить почти невозможно. Куда? Какая закладка?